Здорово всем! С вами Аристокраб. Я начинаю, короче, играть в этот Star Wars Fallen Order. Хочется немножко так футуристики побегать. Такой фантастической. Ну, скорее всего, буду играть на мастере. Мастер джедай. Попробую. Грандмастер я не вытяну, походу. Так как... Так, выбираем. Фух. Да, у меня, короче, был большой перерыв, но с личных, как говорится, по личным обстоятельствам. Ну, немножко мы с вами наверстаем. Я, по крайней мере, постараюсь. А ну-ка. Начало игры я немножко так видел давненько, но так не играл и... Вау, красота. Может, я себе чуть-чуть потише наушников сделаю, а то... Вот где-то так, короче. Может, потом, короче, если будет, пройдем игру, может, как-то потом попробую чисто ради челленджа пройти на грандмастере игру. А ну-ка посмотрим, что тут за управление. Отзывчивое. Ну, бля, как он тут двигается. Ага. Вот, в принципе, как... Блин, не знаю, мне как-то... Блин. Блин, размытие движений. Слушай, а если я отключу размытие движений, может что-то... Получше будет. Физическая операция тоже. Смотрим. 30 FPS? Или что он так? Вроде... Версия для PS5. Ну, не сейчас. Ладно уже. Ладно, пусть будет так. Но... Надо поставить на зарядку геймпад, а то выключится за какое-то время. Секунду. Знаешь, тут замесы интересные, так типа как Souls-like. Ну, по побочкам я особо тут идти не буду. Я слышал, что типа побочки тут такие ни о чем. Ну, то есть, в смысле, там... Во! И что, и куда? Так. Ну. Двойного прыжка нету. Ладно, будем знать.
Ну, такое честно. Дальше наверх. А тут. Ага, надо держать. Теперь куда? Ага. О! Не-не-не. Давай залазь. Так, все тут. Давайте, я уже хочу мечом помахать. Ага. Стандартный, как говорится, паркур, как и в Санчарте, да? А, спрыгнуть, ладно. Эх. Чего не теть? Я еще этот. Тут проход. Уже надо демонтирую тут всякую. Спрыгиваем. Ой, блядь. Тупанул. Угу. Ну, и чё? И как, куда тут? Ладно. Поехали. Наверх? О, красота-то какая! Имперские еще эти ж ходуны. Анус себе дерни. О, блядь. В каком низу? А, я мог вот там пролезть, с другой стороны. Давай. Давай, погнали.
Умля. Скользим, блядь. Ой, бля. Ауч. Давай. Во. Ай, бля. Интересно. Мне вот понравилось. А ну подожди сейчас. У меня вообще режим производительности включен, не? Походу не. Да, не включен. Сразу все хуже стало. Ну хотя бы лагать не будет. Сейчас посмотрим, как будет в режиме производительности. Это должно быть получше. Но так-то в графике то нет, этот неотзывчивое, короче, управление. Не понравилось. Сейчас посмотрим. О, вот это, вот оно. Ну, бля, муха, ну и этот. Лаги, конечно. Ну, что-то нечисто. Открывайся. О!
Теперь что-то нечисто, смотри. Тебя глючит или что? На имперском судне? О. Что за херня? Ох ты это. Походу, я типа почувствовали, что и тут где-то джедай есть. Всплеск силы какой-то был. Ну, понятно. Это я еще помню. Оу. Воу. О, хорош. Наконец-то. Так, это у нас парирование. Так. Сила. Силы нету. А, ладно, только парирование. Так, уклонение, да? Ну, такое себе. О, прикольно. Ага. Ничего. Ой. И чё? Ага, тогда обрезаем. Я сейчас привыкнем к управлению, будет весело. Так. Еще.
Наверх. Ой, блядь! Не то нажал. Сука. О, дебил. Не обращайте внимания, у меня такое всегда есть. Это будет интересно. Я хоть пройду сегодня, тебя, как говорится, пролог. Ниже спускаемся. Угу, окей. Ох, красиво, красиво. Нормально, буду уклоняться. Ну что ты спрыгиваешь? А, будет... Ладно. Ладно, пойдет. Пойдет. Угу. И чё? А, блядь. А, все, я понял. Тут надо, короче... О, вот там, говорил, что? Надо, короче... Что-то, короче, такое, чтобы отхилиться. Ничего, сейчас разберем. Привыкнем к управлению и будем давать звездюлей. Или огребать. Посмотрим. Жаль, бля. Да, джедай. Бля, сейчас умру. А где тут хилка? Хоть какая-то? Угу. Ой, блядь, слишком это рано выбежал. А, возродиться. А где? Далеко. Первая смерть. Ну такая тупая. Давай уж. Давай, стреляй уже. А, ну можно и так. Уа.
Ну, идем. Вау. Держись. Ну, прыгай. Так. Да. А. Ничего, мстя моя будет страшна. Во. Давай, я нажимаю. О, бля. Это еще что такое? Давай. Еще к боевке привыкать. Давай. Давай. Кабанчиком, давай. Вверх. Ай, бля. Бэкс. А вы заеб... Ай, бля. Не, у нас все-таки эти штурмовики, это все. Блядь, в фильме они вообще не попадали. Стреляли куда хотят, тут прям в цель. Воу-воу. Воу-воу-воу. Лови меня. Ай-яй-яй. Наверное, больно. О, бля, арена. О, блин.
Ну, бля, уклоняться надо. Убля. Давай, долби, долби, долби. Не, я еще дырявый, блин. Как скажешь, красотка. Грисдритус. Как дела? Да, Богомол мой корабль, но заправляет тут всем эта леди. Ну? А кто ты? Кэл. Кэстис. А кто это там был? Имперский инквизитор. С помощью силы выслеживает джедаев. Теперь она знает, кто ты, и не остановится, пока ты не умрешь. Откуда ты знаешь? Зачем помогла мне? Мы следим за каналами имперцев. Услышали, инквизиторы летят на Бракку и отправились вслед. Вот как? Ну и сколько нынче дают за джедаев? Вот тебе и спасибо. Я понимаю. Ты так долго полагался лишь на себя, что не можешь никому доверять. И поэтому ты жив. Но есть задачи поважнее, чем просто выжить. Например? Возродить Орден джедаев. Вдвоем? А кто еще? Бля, я, короче, немножко мы проебался. Не походу, у вас не было звука, потому что у меня наушники были подключены через приставку, бляха-муха. Надо сейчас перезапущу быстро, то у меня нет. Звук. Я прибыла, чтобы найти своего бывшего учителя, Эна Кордову. И тебе привет. Вы, должно быть, много времени провели вдвоем на той планете. Он ушел сразу после того, как тебя активировал. Ты помнишь последнее, что тебе сказал Кордова? Удачи, джедай. Да прибудет с тобой сила. Сообщение для Кэла. И все? Пора приземляться. Давай сюда. Там буря разбушевалась. Слушайте, не лучшее время для посадки. Да, что-то не так. Ветра создают помехи для комов. Эй, Кордова говорил что-то о штиле в эпицентре бури. Я вижу поселение прямо в ее центре. Нужно добраться туда. Вас понял. Парень, порывы ветра нам не страшны, если он не усилится. Скажи железяке, чтобы держал свое мнение при себе. Я уверена, что все под контролем. Конечно, под контролем, но все не так просто. Так, держись, держись, держись.
Безупречно. Гризи может, детка. Но комы по-прежнему ловят очень много помех. Пара минут, и я все настрою как надо. Займусь поисками следов Кордовы. Ладно. Выйду на связь, как все настрою. Кэл, подойди. Ёпт. Ты хорошо проявил себя на Богана. Чем больше узнаем о Кордове и Зефа, тем выше наши шансы остановить Империю. Я слышал о древних культурах, но мало что о них знаю. Я знаю лишь то, что Кордова был одержим Зефа. Считал, что их учения очень важны. Меня тоже занимали тайны нашей галактики. Принимайся за дело. Здесь можно многое узнать. Удачи. Ага, или сюда, или сюда. Это короткий путь, я так понял, да? Ага, ну ладно, будем возвращаться туда. Ладно, идем туда. Тут какой-то проход, ладно. Нашел что-нибудь в беде один? Понч. Угу. Тоже короткий путь. Ладно. Куда ты бежишь? Спасибо. За сканирование получаю, короче, опыт. Ладно. Потому что по пути будет попадаться, то буду сканировать. О, заточили штурмовика. Осторожно, беди, вид у них недобрый. Okay. Ну, смотри. Блять, на таких обычных мобов не получаю пиздец. Пойдем, Видя один. Надо привыкнуть к мувсетам их. О! Это у него бути. Бля! Помоги, беди! Западали эти вообще. Сканирую эту гадость. Нашел что-нибудь? Кэл, ты меня слышишь? Имперцы, они нашли Зефа. Если бы они следовали за Богомолом, нас бы уже схватили. А вдруг они ищут гробницы? Надеюсь, нет. Я настроила частоты связи. Попробую выйти на канал имперцев. Блин, они такие мягкие, типа медленно эти. О, отлично. Такие короткие, блин, эти. У нас есть боба. Нужно прорвать его защиту. Короче, такие медленные движения, что жопа вообще. Спасибо. Зачем мы все еще торчим здесь? Нашел противника! Догнать его! Теперь только я и ты, джедай! Успокойся. Снова сканируешь? Пора с ним покончить! Сюда!
Слабовато пока что. У меня получается слабо. Откуда ты взялся? Да, ты выйдешь! Нет! У нас тут враг внизу! Всех же он не победит! Мы справимся! Размажем его! Джедай слаб! Он продолжает ускользать. Он просто непробиваемый. Бля. Сюда. Ай-яй. Получил. Хорошая работа. Пора на пост. Так, надо. Ладно. Ничего. Справимся. Просто уставший, и поэтому так плохо получается. Так, я открыл короткий путь. Я вроде там Польшу еще какой-то открыл. Лучше бы все-таки. Все, руководство по тактике. Такое. Иди. Не хочу ничего сканировать. Я там наверх мог пойти. Мне. Вы заморозили, как думаешь, нас переведут в другое место? Ты тоже это видел? Там же дай! У меня получится! На этот раз пойдем сюда. Я покончу с тобой. Посмотрим. Я не хочу умирать здесь. Так не нападай на меня. Если не хочешь умирать, сюда пойдем. Нашел что-нибудь? О. Понял. Он боится драться. Он мой. Расправимся с ним. Надеюсь, подкрепление. Вот так вот. Что? А, так это командир еще турбовиков. Все ложь. Империи просто нужна была эта земля. Куда вы нас ведете? А, что я думаю, это этот. Империя вынудила жителей покинуть дома. Испуганных беженцев отправили в трудовые лагеря. Или даже хуже. Это куда? Милая. Да. Теперь куда?
Ладно. Ты тоже это видел? Сейчас прикрою! Вернись сюда. Пока открываю, я неуязвим. Так, дальше. Открывай. Ничего, вижу, немножко парировать получается. Что там было? Нашелся нарушитель. Нахер. Забодал. Здесь есть. Взломаешь? О! Ой. Жаль, что щуп-адаптер сломан. Но дать отпор тому богату, ты храбрец. Иди сюда, BD-1. А, тут я не могу ничего не притягивать, ни, короче. Не окидать, короче. Ну, надо будет силу еще прокачать. Погнали вперед. Смотрим, что у нас умелое блокирование. Ну, по-любому. Так, максимальный запас. А тут у нас... Ну, начнем с нападения. Отлично. Тут наверх. Да? Сия. Открывай. О, ладно. Что там было? Отключили. Так. Значит, собака дикая вообще. А не то. А блядь, ты шо? Проблема. Это еще кто, бля? Спасибо. Эй, BD-1. Гораздо лучше. Ух ты, ёпт. Я жрал.
хочу. Не могу нормально соображать и целиться. Не удивись. Он там! Прямо там! Мы заставим тебя заплатить за это! Расхватим его! Я больше не могу! От меня не уйдешь! Ты ничего не добьешься, джедай! Холома. Можешь мне помочь? Спасибо. О, блядь. Жопа мне. Несколько раз надо. Угу. Тут. Мой друг, с тех пор, как я покинул Бога, но я узнал о Зефо больше, чем надеялся. Командир штурмовиков, ладно. Я нашел его! Атакуйте его! Ну же, трусы! Поймать джедая! Живем. Ой, что у нас тут? Ага, щуп-адаптер. Окей. Ладно. Зайдем посмотрим. О, бля! Туда или туда? Цере, базу Империи покидает транспортный корабль. Слышала. Они хотят отвезти артефакты Зефа на Корусант. А это значит? Что Императору интересны Зефа? Может быть. Здесь так тихо, с тех пор, как мы переселили жителей. Проблемы могут быть только с местной фауной. Но ее можно просто избегать. Блин, ну прикольно.
Сука, я бежу. Угу. Я не могу. А ты ничего не можешь вообще. Еще одну мощную атаку сверху. О, вот это надо. Пинок при уклонении. Вот это как раз полезная штука. Это изучаю. О. О, вот это надо. И кто такой? Рано или поздно ты отвлечешься. Один удар, и тебе не поздоровится. И кто такой, бляха? Тяжело вооружен штурмовик. Ни хрена себе. Какой бо... Блядь. Твоя защита хороша. Что, на. Больно? Мы, короче, будем немножко защищаться от этого. О, что-то есть. Пять шуподав. Что ж такое? Идем. Ну ладно, там можно было подняться по-другому, ладно. Не знаю, куда иду. Закрыто. Нашел противника!
слишком быстро для меня. Уничтожить его! Быстрее! Нужно добить его! Плохо. Нужна помощь! У него есть стимы! Смотри. Со всей силы! Продвигаемся! Кажется, остался только я! Офигеть, это получается на таком коротком месте, типа... Ладно. Ладно. Мне надо еще пользоваться прыжком. Давай ты. Стреляй по нему. Да? Сканировал. Джедай! И как там по нему попасть? Мы тебя одолеем! А, ладно! Ты можешь тебя убить меня! Окей. Нашлось. Ладно, давайте немножко. Отч. А, такое. Меня. Что такого нового? Ничего интересного. Я хоть туда иду? Алло. А, ну да. Получим голову. Не, не так. Yeah.
О, наконец-то. Кэл, им перцам удалось выследить тебя. Уходи оттуда быстро. Понял. Спасибо. Не хочу падать! Сука. Хватит пытаться уйти! Вот так быстро! Аня. Он ранен! Он перемещается! Скорее покончим с этим! Вот именно всегда так. Командованию это понравится. Да, сквозь потуги, блин. Ладно, вот этих будем. Кажется, я что-то заметил. Нет. Его сложно подловить. Только я и ты, отродье. Награды достанутся мне. Смотреть в оба. А ты проворный. Я убью тебя. Вот так вот, бляха. Погоди. Что там, беди один? Я кое-что узнал. Что им известно? Ничего о Кордове. Не думаю, что Империя знает о его визите. Значит, у нас преимущество. Пока. Любопытно. Мы на верном пути. И чё, и куда? Да. Мне не пройти. Там впереди шторм. Он как-то вывел из строя приборы Империи. О, там козлина. Я чувствую, как что-то тянет меня туда, за шторм. Не пройти. Что у нас тут есть? Рывок с ударом 2 очка. Ну, сила тоже нам нужна.
позволь силе обострить твои инстинкты. Хорошо. Я постараюсь. А козлы эти. Ладно. Нас по три дома. Ох, козлов. Это что? Как ты там, Бедядин? Ха, здесь такая же штука. Может, они связаны? Лифт, ёпт. Не? Чего смотреть-то? И козлина, а? О, козлина. Бесишь, сука. Один, два, три. Тут еще этот. Посмотри, сколько их тут. Так вот, бля. Последующий. Ну-ка, чё ж ты ныряешь под него, ты, паскуда? Паскуда! Ладно, хотя бы хоть по очереди нападают. Иди сюда, паскуда. Не торопиться, сейчас порежем всех.
идем. Так, и как мне тут? Впервые вижу такой сильный шторм. Да, невероятно. Ну и чё? Мест Зеппо. Несмотря на зарок, я никак не могу забыть о хранилище на Богана. Его образы определили судьбу целой культуры. Я должен понять, почему. И куда это мы едем? Я в гробнице. Она огромная. А имперцы? Пока их тут не видно. Что насчет Кордовы? Я не очень понимаю, что мне искать. Он немного... эксцентричный? Мне ли не знать? Но он бы не отправил нас сюда по тихе ради. Подумай как следует. Мне это надо как-то сдвинуть, что ли? А как? У меня силы нету. А, тьфу, тут проход. Да, гений, бля. Ты это видел? Ох. Что это такое? Конгус. Опа. А нахрен я его трогать просто не буду. Ладно. Слышится мелодичный перезвон и что-то еще. Голоса из прошлого. Ладно, пусть катается. Нужна помощь! Да, дай мне. На помощь! Беги один!
Стоп, надо закрыть сначала. Задал. Бля, ну не успеваю. Ты не добегал. Подожди. Бля. Бля. Медитация, ёпт. Так, замедление нам надо по-любому. А не, стоп, надо отдохнуть. Подожди, отдыхаем. Все, народ, короче, на этом я буду заканчивать. Буду ложиться отдыхать. Завтра рано вставать мне, блин. 4 утра. Сейчас на моих часах 9, так что уже потихонечку надо отдыхать, так что. Ладно, может быть, завтра продолжим. После работы приду с вами немножко, так, продолжим играть в этот Fallen Order. Интересная игрушка. Ну, блин. Выбрал я, конечно, сложность немножко будет, я так понял, у меня попа горения, но мы с вами справимся и пройдем эту игру. Все. Увидимся, как говорится, когда увидимся. Все, счастливо. Пока.